Нет, козы, вы такие пушистые. Такие пушистые. Это вопрос, холодно ли козам. Моих просто так не потискать сейчас. Они там гордые в полях. Да, козы? Козы, привет. Это они как там ошейники. Ошейники хорошо, да. А что, Машечка, такие мышцатки. Я вот и попривезла в гости, да. Вот. Козлятушки. И ты маленькая такая, боже мой. И такая крохотная коза. Ты, может, у меня почти камерунец, а? Такой останешься. Слушайте, вообще, конечно, очень маленькие они. Прям крошечные детки. Но они все разные. У меня часть вот таких вот детей. Да, часть больших, огромных. Так вот. Мини-козы. Мини-мини-козы. Не знаю, сколько они вырастают. Да, мини-козел и мини-коза. Вот такой вот почти коневоз мы с Артеком изобразили буквально за пару часов. Вот. А что в нем, я потом покажу. Привет, мужик с челкой, покажись. Да? В общем, не виноватая я. Он сам пришел. У нас завелось еще больше коз. Вот, больше маленьких, симпатичных, красивых козочек. И там кто-то пришел смотреть. Это что там? А что дают? А что, коз дают? Гера? Гера, ты справишься, я в тебя верю.